на маргаритке розовый шар сеют сразу на постоянное место в конце мая-июня. Первые всходы появляются через от 6 до 12 дней. Пикировку проводят через месяц после посева, создавая расстояние между растениями до 15 см. Культура неприхотлива, не требовательна к почве. В засушливый период ее нужно поливать, иначе цветы мельчают. Высота взрослого кустика всего 15 см. Цветочки махровые, красивой розовой окраски. Чаще всего маргаритки розовый шар используют для оформления бордюров, одиночных посадок среди газона, выращивания в балконных ящиках и уличных вазонах. Маргаритка обыкновенная розовый шар – это травянистый высотой от 10 до 15 см. Цветет растение в месяц май, июнь, июль, август, апрель. Окраска цветка розовая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.